Привет, народ! Будем разбирать актуальный софт для MacBook'а на Лайоне. Здорово, маководы! С вами компьютерная реальность и наш доисторический А1181 февраля 2008 года. Итак, в этом коротком видосе хочу показать вам и дать ссылочку на полезный архив программ для macOS 10.7.5. Вот я уже установил Firefox, сейчас при вас поставим Google Chrome, отмонтируем его. Есть, вылез Google Chrome, ставится программа. Просто берем и перетаскиваем. Также это можно сделать из меню. Он пошел записывать в систему наш Google Chrome. Идем в Go, Application, выбираем тут Google Chrome. Хватит. Вот сюда его и заводим. Вот он стартанул. Поставим его браузером по умолчанию. Переводить мне ничего не надо. Он нам сообщает, что 10.6, 10.7 и 10.8 больше не поддерживаются, и он последняя версия. Ну, давайте посмотрим, как работает YouTube. Запустим Full HD видео. Я отключу звук, чтобы он мне не делал проблем. Так, 360. Ну, Full HD стартанем. Идет. Так, это уже интернет мой глюканул. Идет на нем Full HD видео. MacBook, конечно, старенький, но работает неплохо. В Firefox был забавный казус. Да и тут вот он тоже. На полный экран видео работает гораздо плавнее, чем в окне. Уж не знаю, с чем это связано, но факт, работает. Если сделать HD, то вообще особых проблем не будет. Вот. В HD совсем комфортно. Full HD он тянет, а в HD это просто идеально работает. Также на этом FTP, который я дал, есть хороший FTP-клиент под Mac, Opera, Яндекс.Браузер, Office 11 последний для macOS и еще немного полезного софта. Ссылочку на него я дал в описании под видео. Переходите, смотрите, качайте. Если у вас 10.7.5, то бишь Lion, macOS, вам этот FTP-шник однозначно пригодится. Там есть базовые программы для качественной работы за macOS 10.7.5 до сих пор хотя бы в интернете.